Может, еще добавить вам? Не-не-не-не, нормально. Не-не-не. Твою! Дима, одновременно? Дима выиграл. Я в то... Ребят, вот знаете, настолько повезло, насколько это возможно. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Дарк Драгон, Серега, простой человек, Чебузаврик, Пика, Гусанек, Далайт, пацаны, скажите классные слова. Всем приветики, млечки. Я сижу на центре. Привет. Если пять и кушайте, приятного аппетита, у нас сегодня машина-убийца и искусственный интеллект. Ребята, ну что, выживание, три бешеных машины и аниматроники. Посмотрим, кто из пацанов дольше всех продержится. Кто проигрывает, ждет конца раунда. Не лезьте к ним, они вас сожрут. Да-да-да, кстати, убивают с одного раза. А 200 хп это не мало? Может, давай, Серега, по 50 хп? По 50? Да, чтоб с одного раза убивало, чтоб не было шансов. А на тренингах что-то по 5 хп стоит. Да чё, Дима, ты какие-то детские хп выставляешь, давай сразу одно хп. Давай 10 хп, Серега. Одно, точно, ребята, одно хп. Ну? Малейшее касание, и ты умрешь, хардкор. Ребята, по одному хп Серега решил все-таки поставить, поэтому ждет нас очень жесткая битва. Дима, резня. Резня, это точно, но только шанс проиграть. Акробата. Кто последний останется, может эти все машины потом взорвать своим аниматроником. Чебузаврик есть, отлично. Машина напала. Ну так они же видят, что ты слабо, они сразу слабых убивают, а потом сильные. Дима, две машины меня не убили, они ломают такое. Ребята, акробата, ложь. Давай, давай. Прикольно, и задним ходом, и передним. Они бывают ссорятся, не могут убить. Они не знают, да, определить. Вот это нечестно. Ой, красиво, синхронно этот. Дрифт синхронный у них. Это нечестно. Что нечестно? Вот смотри, за одним пацаном охотятся. Ха-ха-ха, прикольно. Знаешь, это как стая львов. Да-да-да, за одним. Давай, дави его, давите. Он еще быстрого взял аниматроника, очень жесткого. Да не бойся. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня чуть не сбили, он рядом был третий, охренеть. А я просто хожу себе. Надо держать все машины в поле зрения, чтобы видеть. Да? Я вам тут стою, жду. Ой-ой. Аккуратно. Надо еще добавлять, надо еще добавлять. О, Пика, отлично. Не надо добавлять. Ой, чуть не проиграл. Ё-моё. Они ж крысы, они со спины бьют. Тогда они меня со спины спиной. Серега, так че умрешь? Кстати, прикольно, да, когда они быстрее ездят? Прикольнее. Да, да, да. В принципе, крыса за крысой бежит, а крыса за крысой. А, блин, прикольно. У тебя две машины. Ой-ой-ой. Один что-то залагал. Ой-ой-ой. Минус три уже. Отлично. Дима. Надо быть внимательным, ребята. Сейчас стало намного сложнее, пацанов нету. Получается, не агрится на нас. А представьте, один останется, и на него будет трое агриться. Дима, да не, когда я один, они на меня троем, это стрёмно. Вдвоем. А, вдвоем, да-да-да. Знаешь, почему они все на тебя? Потому что ты не заплатил за хлеб. Ты дурак, что ли? Заплатил за две булки. Не, не правда. А, не, за жвачку. Вот, да. Кстати, за ворота прятаться нельзя, это по крысячьему. Давайте, выходите с ворот. Вы используете читы игры. Фу, что за ворота? Блин, опасно, они уже с разных сторон. Ой-ой-ой. А свои зажало. Блин, ну стрёмно. Еще один, ребята. Ну что, Дима, кто останется с последним, мне интересно. Я остался, Дима остался, Гусь. Так, Драгон. Отлично. Нас четверо. Диму вот вижу, Драгона я что-то не вижу. Я стою. Здесь он. Где? А, все, вижу. За воротами, да, выходит? Нет. Да, вот, да. И сюда, Драгон. За воротами стоит какашка такая. Я вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Дима, за тобой все машины поехали. Дима, беги. Дима, это как со мной ситуация была. Ого, Дима, и что ты мальчишь? Дима, есть. Горит. Давай. Ее побили же сильно. Прикольное выживание, прикольно. А вы что там делаете? Там же лагаете за флагом. Вы используете баги игры. Я так не люблю играть, пацаны. Я люблю по-честному. Дима, взрывай. Это, короче, мем. Мама, не бывает никаких ситуаций. Так же ситуация. Почему они за мной агрятся? Ты выбыл уже. Пошел. Конечно, только играют выжившие. Сейчас они уже тарахтят. Ой, Серега, молодец. Ты убил убившего. Умершего.
Дима, как ты там бегаешь? Ну я ж не ты, не крысячу. А я стою на флаге, мне чё делать? Ну флаг же лагает, за флага Дима, лагает. Нет, нет, в который там лагает. Так иди на середину выходи, чё ты боишься? Дима, мне кажется, мы я рядом, я даже не увидел этого машиниста. Дима, давай же выживать, пока они не взорвутся. Давай, давай, давай. Ребята, дозвите до конца, потому что будет еще жестче следующий раунд. А попробуй сделать так, чтобы они врезались друг в друга и взрывались. Да-да-да, вот. Блин, я его не увидел и не проиграл, повезло. Скоро один взорвется, он уже ехать не может. Он уже ехать не может. Уже все, да, пыхтит? Да, он уже все, не может быстро ехать. Дима, видишь? Походу мы выигрываем. Они да. Сдаются. На, они сами себя мучат. Отлично, Серега, на этой рейтинге. Еще один горит. А мы, получается, если они взорвутся, мы выиграли их. Да. С четверо выиграют. Смотри, вот. Минус одна. А, нет, четверо не выиграют, я тогда поставлю еще машины. Во, я нашел. Вот, все, давай, ставь. Они быстро. Три штуки, пацаны. Как вам? Мама мия. Выживете? Да. Нет, это не Инферно. Другой. Ну, ладно, водит Инфернос. Ой, ребята, сейчас будет жестче. Ну не может же четверо остаться в живых, по-любому ворота должны поумирать. Дима, смотри, ворота заехали, застряли. Придурки или где? Да, вон застряли. А все, одна тоже, еще одна выбыла машина, Дима. Ну три свежачка. О, Серега, да ладно. Блин, да как? Я так долго выживал, Дима, что это? Дима. Выбыл. Надо идти на медленную машину с Агри. Вот давай, Агри. Мы тут с Димой выживаем. Ой, исчезла машина-то. Или ты удалил, Серега? Я удалил, чтобы это тебе. Я видел. Все равно как-то странно, колеса остались в машинах. Это легко. Они борются, кто кого. То вперед, тот назад. Два придурка, это сила. Давай, может, усложнить, еще поставить. О, давай я еще поставлю быстрее. Все-таки с того пака, который только что был. Мне кажется, там самые быстрые были. Сейчас, да, ребята. Во. Инфернус ставлю, как ты их говоришь? Три Инфернуса пойдет? Да. Дима, ты жесткий. Убийцы Инфернусы. Все. Ой, это не считается за убийство. Ой, это я случайно кажется... упал с высока большого. Все, не считается. Дима. Серега, выдавай мне этот жизни, одно хп. Одно хп, да. Пожалуйста. Да. Спасибо. Так, да, ну что, да, где давай, пацаны давай. Все? Кстати, эта машина застряла, ее, наверное, можно взорвать, да, я так понимаю? Да, взорви ее. А я не взорвусь от этого взрыва? А давай я, может, вытащу машину, а? Может, ее удалить просто? Ё-моё. Мы с тобой вдвоем. А вы потому что крыса, потому что стоите далеко, а на меня 4 машины сами. А что ты как крыса стоял полраунда на флажке? Я ждал их, потому что... Ну что, ребята, напишите в комментариях, делаем ставки, кто из нас выживет. Я или ты или Гусенок. Гусенек или я? Гусенек. О, поехал, стул, катает его. Гусенек читером остается всегда. Да почему? Да задрали вы со своим читером. Давай, давите его. Я хочу выжить. Так, Дима, я иду к тебе. Я случайно. Димка, иди сюда. Ой-ой-ой-ой. Да колупался до меня, дурак, что ли? Они взят за Диму. Валите Диму, не меня. Да не, я вообще его не трогаю. А не он. Ого, они там месят друг друга. Блин, ну я стараюсь все-таки выжить. Можешь еще добавить вам? Не, нормально. Не. Дима одновременно? Дима выиграл. Ребят, вот знаете, настолько повезло, насколько это возможно. Ну что, ребята, следующий раунд будет очень жесткий. Очень. Так, а мы что поберем? Берите заново? Любых аниматроников, какие хотите, но вы сейчас проиграете. Следующий раунд, как и обещали, куча машин. И пацаны постараются выжить. Ну что, пацаны, вселяю всех. Получается, сколько машин? 6 машин? 7? Так, 3, 6, 5, 6, 7, 8. 8 машин. Уже одного сбили. Ну что, выживалочка началась. Один ушел. Он тут лагает. Не убивает. Дима, ты одну машину не оживил. Ничего, то на потом, пацаны. Будет на... Я ее оживлю, не переживай. Оживлятель машин. Серега, ничего страшного, что ты взял самого быстрого? А ничего страшного, что это ему не поможет. А, ну логично. А прыгать можно было за Фокси. А, ну бывает. Уже оживляем и эту машину. Ой-ой-ой.
Ё-моё, Дима, да что творится? Это нереально выжить. Вахханали. Мне нравится, ребята. Надеюсь, вы уже поставили лайки, написали очень крутой комментарий, потому что я умер. Все умер. Да блин, остался. Ну Серега. А Фредик у нас. Я тоже. Я буду, Брайан. Серега, с болельщиками картонными за тебя болеть. Сраган остался, я остался. Я, да, остался. Серега, какой тебе скин? У тебя голова? Фредди, да. А, ну понятно, что Серега решил читерить, это привычно. Я взял эту. Я тоже взял. Пусанек еще остался. И я, ну, втроем. Серега! Серега выживет в любом случае. Так, ну да, да, да. И посмотри, сколько он постарается все-таки прожить. Мансить хорошо. Умею. Я бы, наверное, выиграл. Серега тоже умеет мансить, но ты проиграешь. За каждой машиной надо следить. Вот одна застряла в воротах. Молодец просто. Она уже за тобой. Просто перелетать машину. А бегал, я сломал ее. А, Серега берет ворота, использует в качестве чита. В смысле? Я ничего, я просто стою, смотри. Ну правильно, стоишь на воротах, чтобы их забагать. Опа-на! Блин, ну тут бойня целая. А хорошо, да, NPC ездят? Прикольно, как настоящие люди. У нас 4 осталось. Смотри, уже горят они, Дима. Да-да-да-да. И что, мы выиграем сейчас с тобой, что ли, Серег? Я вам поставлю столько машин, что вы сольетесь. Давай что? Так нет, ты сначала и так выживи. А тебе попробуй еще. За мной больше всего машин гонится сейчас. Там уже какие-то горят даже. Блин, молодцы, они сейчас сами себя уничтожат, эти машины. Да-да-да, уничтожают. Смотри, на обгон обходят меня, пытаются взять, но не получается ничего. Опа, пока. Надо будет NPC, короче, на веревке бомбу запилить. Ага, будет прикольно. А Дима уже одна глохнет, уже одна машина. Я вижу, уже пропер. Серёжа, а я знал, что твой аниматроник тебе не поможет. Я не уследил за... Блин, а что, кстати, жестко тебя замочили. Так это вот этот Гусанёк, блин, говнюк взял. Это он говнюк, да, я говорю. Что, Гусанёк выжил? А нет, еще есть. Он взял Дима и привел эту машину. Да-да-да-да-да, я видел, как он притащил к тебе. Мы с Димой остались, подожди. Не, я проиграл. Нет, Дима проиграл, я и Драгон... Я не видел. Но я Дима, остался, а что за бот вот этот, где оживить эта машина? Тут и стоит одна машина, это сделала. Это оружие. Нет, это NPC, Серега, называется Great Zankemungs как-то. Все, спасибо, все. Я оживил, встреть тебя, Серега. Ну блин, Драгон, ты жив? Пика умер! Пика умирал уже, Пика умирал. А, так давайте с арены уходите. Уходите. Нет, я не умирал. Я жив был. Дима, давай усложним это, танк поставим. Усложняйте. А танк будет наоборот медленный и неповоротливый, я тебе серьезно говорю. Ну давай, ставь. Я выиграл. Гусанёк. Драгон выиграл? Да. Меня залагало, Серега вспомнил танк. А Пико? Я проиграл. Все. Вот это жесть, что творится. Я сейчас проиграл. Хотя кто-то говорит, что я потом проиграл, хотя был жив. Так а кто выиграл, я так и не понял. Радраган, ты еще живой или тебя уже сбили? Живой еще. Ты живой. Блин, этот танк раскидывает всех. Да блин, Серега, читер, заспавнил танк, меня залагал, и я умер. Ну ничего, бывает. Ладно. Блин, Дардраган до сих пор живой. Есть! Может, да как? Да ладно. Ну что, есть! Это было сложно выжить. Если вам понравилась эта серия и эта рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим ролики еще. Серега, поджигай.